Ты знаешь, мама, как везде здесь можно жить. Сначала страшно, но привыкли все живые. Здесь лают пушки, словно псы сторожевые. И самолеты кружат в небе, как стрижи. Ты помнишь, мама, я любил играть в войну. Теперь не так, не до игры, и все взаправду. Вдыхаем пороха тяжелую отраву. И ходим в смерть, чтобы послушать тишину. Мне часто снится, будто я опять с тобой. Зато потом, когда проснусь, бывает больно. Сегодня, мама, мы не пали в этой бойне. Я снова жив, не стал последним этот бой. Ты отмоли меня от вражьего огня. Пусть я ужасно далеко, ты рядом, мама. Держусь за нить твоей любви, держусь упрямо. Ты, мама, жди домой живым меня. Мам, ты можешь мной гордиться. Ты хотела, чтобы я стал врачом. Здесь я уже доказал, что я врач. Непосредственно не только как стоматолог, но и хирург, ну и общий врач, проще говоря. Вот. Передаю папе привет. Я думаю, ты скоро придешь сюда, ко мне. Мы вместе победим врага. Жизнь наладится, в принципе. Сестренке своей, как бы, привет. Ты у меня самая лучшая. И дочка у тебя самая лучшая. Но самый огромный такой вот, чего бы я хочу сделать, это расцеловать свою дочь. Поднять на руки. Моя дорогая мама, я очень благодарен тебе за то, что ты так хорошо приняла мою службу в армии. За то, что ты дала мне такие советы, которые помогают мне нести службу. Отец, я также рад, что у нас не возникло никаких разногласий по поводу моего выбора. Спасибо за то, что ты уважил мой выбор. Спасибо за то, что ты поддерживаешь. Дорогая моя, я передаю тебе горячий привет. Я хочу еще раз сказать, что я тебя люблю. Я это, к сожалению, говорил очень редко, но теперь я могу сказать это прямо в лицо всем, кто увидит этот ролик. Сынок, я рад, что ты делаешь успехи в учебе. Надеюсь, что ты, как и я, в свое время сможешь послужить народу Новороссии. Я пришел сюда не потому, что хотел воевать, а потому, что хочу, чтобы эта проклятая война скорее закончилась. Брат, я нормально, жив-здоров. Маме привет, Сургут. Тебе привет, сеструхе привет. Скоро вернусь домой обратно в Николаевку. Славянск освободим. Будет все хорошо. Яночка, короче, я тебя очень люблю, скучаю за тобой. Скоро буду, жди меня. Я сегодня, мама, получил очередную награду, третью, за оборону Славянска. Ты не сразу узнала, что я попал именно в Семеновку, и там дружил очень сильно с врагом при помощи своей лопатулечки. Также убил в Дмитровке, Мариновке и так далее и тому подобное. Вот, а также хочу передать очень большой привет своей семье, жене, детям, всем близким, родным. Пашка, если ты меня видишь, гордись мной. Я помню о тебе и хочу тебе сказать, что мы победим. Сынок, всего тебе самого наилучшего. Слушай маму. Я приеду домой, я вернусь. Давай, пока.